Выход! Если мы не потребуем новых выборов президента, то мы ничего в стране не изменим. Мы никогда не дадим превратить нашу страну в средневекового мракобесного монстра, на которого остальной мир смотрит со страхом и презрением. Мы были и будем той Россией, на которую мир смотрит с любовью, восхищением и надеждой.